Здравствуйте! Это программа «Афиша». Расскажем о ближайших и самых интересных культурных событиях в городе. 30 июня в 18:00 этнический парк «Дюкче» приглашает всех желающих на фестиваль «Живи ярко, живи спортом». В программе выступления группы «Эдельвейс», музыкальная студия «Ля минор», фитнес-разминка и мега-игры. Также программой мероприятия предусмотрены интерактивные площадки и предоставление информации о спортивных секциях и центрах города, в которые можно записать взрослое и детское население. 1 июля в 15:00 в этнопарке «Дюкче» состоится концерт, посвященный Дню ветеранов боевых действий. Это дань памяти всех, кто выполнял свой долг по защите Родины. В концерте «Память» примут участие творческие коллективы города. Мальчишек и девчонок, мечтающих стать настоящими звездами футбола, приглашают принять участие в спортивном празднике. В фестивале могут участвовать ребята в возрасте от 8 до 10 лет. Игры пройдут 1 июля с 11:00 на футбольной площадке ЖК «Нагаевский», а для гостей фестиваля проведут занимательные конкурсы. 5 по 7 июля Магаданский областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей города на экскурсионную программу «Городки», где участники познакомятся с одной из популярных русских забав. Экскурсоводы расскажут об истории возникновения игры и о том, у каких слоев населения она пользовалась наибольшей популярностью. Также экскурсанты выяснят, откуда произошло название игры и как по-другому она называлась в разных регионах России. После того, как теоретический материал будет получен, участники закрепят его непосредственно на практическом занятии, проверив себя на силу и меткость. Приобрести билеты и узнать все подробности можно по телефону 65 11 48. Современные мастера бережно продолжают традиции своих предшественников, сохраняя уникальные стили народного творчества. В знак уважения ко всем творцам был создан праздник «День народных художественных промыслов России». В честь этого события в зеркальном зале Центра культуры до 18 июля развернется выставка, раскрывающая национальный быт и колорит. Мероприятие подарит всем желающим уникальную возможность прикоснуться к истории традиционных промыслов России и Колымы и погрузиться в мир русского народного искусства. Колыма сегодня готовится мыть золото. В Магадане состоится 7-й золотой фестиваль «Старательский фарт». В этом году в нем смогут принять участие 70 человек, как мужчины, так и женщины старше 18 лет, с одним условием – они не должны быть участниками прошлых лет. Документы можно принести до 14 июля в будни по адресу улица Пролетарская, 14, кабинет 304, или оставить заявку на адрес электронной почты, которую вы видите на экране. Такими культурными событиями запомнятся ближайшие дни, об остальных расскажем в следующем выпуске «Афиши».